Россия, как вы знаете, является государством-продолжателем Советского Союза. Все остальные республики являются правопреемниками, а мы, кроме правопреемства, еще являемся государством-продолжателем Советского Союза. И поэтому все те международные обязательства, которые брал на себя Советский Союз, мы переподтвердили и готовы их выполнять. В том числе декларацию правительств Японии и Советского Союза 1956 года, в которой четко было сказано, что Россия и Япония больше не воюют друг с другом, не рассматривают друг друга в качестве врагов, а будут выстраивать отношения на принципах миролюбия, добрососедства. Президент Путин и премьер-министр Синдзо Абе договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года.